fiddles, and some men ribbons red as blood all bound around their middles. Keep it up, Yankee-Doodle Dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. There was Captain Washington upon a slapping stallion, giving orders to his men. I guess there was a million. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. Its head were made of leather. They knocked a bolt with little sticks to call the men together. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. And there they had a swapping gun as big as a log of maple on a mighty little cart, a load for father's cattle. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. And every time they fired it off, it took a horn of powder. It made a noise like father's gun, only a nation louder. Thank you, keep it up, thank you, Dandy. Find the music and the step, and with the girls be handy. So I hooked it off, nor stopped as I remember, nor turned about till I got home, locked up in mother's chamber. Подскажем, на что нужно обратить внимание, на что сделать упор. И на выставке мы надеемся, что у вас будут хорошие и достойные оценки. Вы, конечно, все помните, что в младшей группе на выставке высшая оценка очень хорошо. Так что мы все вам желаем получить эту оценку. В принципе, очень благоприятное впечатление от Значит, я два слова-то расскажу. Ну, очень радует достаточно большое представительство молодого поколения. И особенно такого у нас уже давно не было. Из всей этой выборки собак ни у кого не обнаружено ни одного дефекта. Это вообще просто, ну, большая удача нас всеми с вами вместе. У всех нормальный прикус, хотя большинство не умеет его показывать. Ну, комплектность там по крипторхизму у всех все нормально. Вообще каких-то бросающихся в глаза недостатков серьезных нет, они еще маленькие, они разного возраста, они еще очень изменятся. Сегодняшняя оценка не о многом говорит. Тот, кто сегодня выглядит помощнее и покрупнее, а вдруг он к двум годам затяжелеет. А эти как раз, которые помельче, наоборот, войдут в середину, в норму кондицию. Так что это все очень такое плавно текущее. А в целом вот отсутствие каких-либо серьезных недостатков очень надо. Thank you.
Хотя обычно наоборот. Обычно наоборот, да. То есть в этот раз получилось так, что все наши три штуки получают оценку очень перспективную. То есть у Кубилей всего две таких оценки, у СУК все они достойны такой оценки. Так их не выделить между ними, да. Они все да, они совершенно ровненькие, хорошенькие. Да, да, да. У всех спинки хорошие, ну, вот, ручки. Вот, 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 вот. Вот хвост Гордона. Стой. Он не дотягивает до скакательного сустава. Вот это хвост обезьяны. Да ладно, нет, ты поставь нормально, ты немного согнул. Ты расхреми плюс, ну, подпишись. Владимир, это не обезьяна. Вот это хвост обезьяны. Обзывается Марку.
pasa età.